Эта охота являлась крайней охотой по фазану в сезоне 2014 года. Взяли мы последние лицензии на фазана, ну, а путевки на зайца, понятно, сезонные. В компании три охотника, два дракара поехали на косогоры. Все, сейчас подъезжаем, уже будем охотиться. Это по барабану, Валер, хочешь ты с края с этого, а ты хочешь с этого. Все, приехали на зайца, на фазана. Путевки есть, все есть. На границу с Украиной. Матвеево, Курганский район. Туда работаем, туда! Не спешить! Да, встали. Здесь, здесь. Вот он здесь сидит. Вот он сидит. Сейчас летит. Давай. Не успели мы отойти от машины, как собаки стали в стойку. Команда и первый фазан был удачно взят. Ко мне! Ко мне! Иди сюда! Туда иди! Ищи его! Туда, туда! Вперед, 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 вперед! Да, 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 да! Молодец! Да, да, да! Ищи, ищи там! Ищи, ищи! Ищи! Адель, 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 Адель! Адель, Адель! Туда, туда, туда! Да, 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 ищи, ищи! Ищи его, ищи, 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 ищи. Ищи. Аделечка, пошли. Пойдем. Ветра нету. Иди ко мне, Адель. Иди ко мне. Ко мне иди. Да, вот здесь ищи, ищи здесь. Ищи, ищи здесь. Неси, неси, моя умница, моя молодец, неси, неси, неси. Фу, фу. Красава. Спускаемся. Адель? Да, водичка вот. Родник прямо. Камушка бежит вода. Смотри, Адель, у тебя там. Ага. Ну вот, прошли еще совсем немного. И второй фазан после команды взлетел и тоже был удачно взят нами. Ты чё? Красавчик, а ну. Фу, фу, фу! Фу, он живой. Фу! Фу, а ну покажи. Забирай. Да. Ну хорошо, лапы его перебили. Шпигнули хорошо. Yeah.
Вот здесь поищи, вот здесь. Посмотри, посмотри. Иди ко мне. О, встала. Смотри, встала, Валер. Да вот у меня здесь. Это был объект коллективного творчества. Стреляли втроем. Офигеть! Вот это шпих! Не надо мне, давай. Валер, забирай. Фу-фу! Хороший старый петух, толстый. Слышишь? Давай, может, как-то отсюда. Ох, нашпиговали! Осидел! Я говорю, слышишь? Вот один кустик с этим самым, сейчас. Один кустик, вот ёпарысоты. Неси, неси, неси. Да они несут. Фу, стоять, Адель, стоять, 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 фу, фу, фу. Молодец, вот умница. Один был островочек с зеленью. Все, он там. Он там, да. Сидит до упора. Это то, что они здесь не шуганые. Что, они стоят там, что ли, не пойму? Они вот в кустах возле тебя где-то. Скажи им, взять. Ну, стреляй сам. Взять. Взять. Сильный запах вернулся обратно. Он где-то здесь бегает. Вот она по следу идет. Да вот она здесь. Запах сильный, он только что здесь бежал. Мы думали, что это был фазан. На самом деле это был заяц. Ну такой еще довольно-таки упитанный. Причем сидел очень плотно. Есть! Фу, Адель, фу, молодцы, молодцы, умнички, молодцы. Красавицы. Сдохни ты, слей с него это самое. Слышь, ну, вот Адель-ка молодец, да? Так я видел, слышь. Я смотрю, она побежала, а что-то бегает. Я что это могу видеть? А он от них, видишь, вот отсюда, туда, туда. Слышь, хороший заяц. Ну, все, твое счастье сбылось. Да. Слышь, выдавливай с него, он усыкается, он с него течет. Да, ага, течет. Еще надо два зайчика нам. Мне ничего не надо. Мне походить и все. Да? Мне походить, мне больше ничего не надо. А ты в прошлый раз тоже взял зайчик, да? Двух. Двух? Пацаны пошли. Я, короче, уже отстрелялся, переоделся. Мне хватит. Не хочу больше. Буду снимать их. Я свою норму взял, положил ружье в машину, а ребята пошли дальше, а я просто ходил и снимал. Опа. Смотри, слева, слева, слева! А, это курица. Курица была. А вот есть упал. А вот, ой, бля! Ну, тут я громкость звука убрал, потому как были сплошные восторги в перемешку с ненормативной лексикой. Взлетела толпа фазанов, и куриц давно такого не видел. Ну, один охотник двух взял, а вот другой решил оставить, наверное, фазанов для меня и на следующий сезон для себя. Ну, хлопцы. Молодец, Аделька, молодец. Сколько? 7-8? Нет, ну, вот 4 петуха. Значит, курица-петух. 4 петуха, это 5 петухов, одна курица, и Валера что-то... Вон, петух! Так, уже все. Я офигею без баяна. Иди назад, иди назад, иди работай туда. Аделька, Адель. Я перезаряжаюсь, блядь, улетает. Адель, иди. Адель. Вот то петухов папа себе оставил. На следующий раз. Вон еще, ну это курочка. Ёпарас, это ни хрена себе. А я, кстати, в тот раз здесь не ходил. Девочки, вы видели сколько? А папка
свое ружье оставил в машине, чтоб дичь росла, чтоб такие жадные люди ее не убивали. А, так у тебя тоже дома, я думал, ты с Петерой сюда не стрелял. Вон, я еще петух того же места, ни хрена себе, слышишь? Ух, нифига себе петух. Ух, хороший какой, ля. Это взрослый. Ну, я тебе скажу, петухов я насчитал 7, это 8 сейчас был, 2 или 3 курицы. Сейчас вам будет все. Блин, я, Миш, он конкретно хороший. Да, это же целый. Конфета. А я с приемкой, ты сыну, один, второй, третий, этот, а этот, как раз, когда один, он 2 выстрела, а потом летит 4. Курица, потом петух, потом отсюда петух. Я говорю, какой кайф, мне сколько осталось? Нет, все снял, ты что, все снимаешь. Кайф полный. Слышь, молодец, встала. Видишь, как они сидят в а? Не, эти сидели, а я, кстати, здесь не ходил с утра. Смотри, она опять, по-моему, стоит. Не, ну тут запах сильный, там много было. Да, смотри, давненько такого курятника. Прямо именно такой. И причем взрослые петухи, хорошие. Это не разумные. Я собаки, наши. Вот они, в примере, будет желание на выходные проехать. Я сомневаюсь, что после стороны кафе. Не, ну я ради них, если охота будет хорошая, я поеду. Чтоб они погуляли, птица погулять. Ради бога. Погода ли? В конце сезона по фазану, ну, великолепное настроение, такая стая фазана, петуха, куриц, дает надежду на то, что на следующий год поохотимся отлично.